Музей известного журналиста и ведущего Бейсена Куранбека открылся в Талдыкургане. Там собраны его личные вещи, наручные часы, шахматы, в которые он любил играть, спортивная одежда для айкидо, а также фотографии. На церемонии открытия памятного уголка собрались друзья и близкие, а также коллектив областного телеканала, которым он руководил в последние годы жизни. Бейсен Куранбек оставил свой след и в агентстве «Хабар». Он был ведущим различных аналитических программ, работал в пуле первого президента, объездил с Ельбасы многие страны. Его репортажи отличались остротой, объективностью и актуальностью. Я считаю, что мой брат был сыном не только нашей семьи, но и всей нашей родины. Он близко к сердцу принимал беду всех, кто обращался к нему за помощью. И считал, что быть отзывчивым и сопереживать людям – это долг каждого. И это было его жизненным кредо. Я думаю, что открытие его музея, пример его творчества, даст возможность воспитать не одно поколение хороших людей.